Добрий ранок, ми з України. З праздником, дорогі наші жінки. Чесне слово, проснувся случайно на календарі, бачу 8 число, думаю, катастрофа. День обычно, который проводишь со своими близкими, родными, приходится вот это вот заниматься. Я желаю вам, короче, чтобы ваши сыновья, мужья, отцы позвонили сегодня, что все в порядке, что все хорошо, чтобы не было никаких сегодня потерь, вот, чтобы побыстрее был мир. Это самое главное, потому что вот как раз такие дни понимаешь и вспоминаешь, как жилось в мирное время и как это сказать, что как мало нужно для счастья. Надо всего лишь, чтобы был мир, и никто не стрелял. Вот, к сожалению, часто мы понимаем ценность вещей только тогда, когда их теряем. Но с нашей стороны мы сделаем все, чтобы это вернуть. И будем двигаться только вперед. Всем желаю счастья и мира. Выйду позже, когда все сводки проведу, да, разберусь, что мы делаем. Вам всем хорошего дня. Сегодня надо отдыхать.